И собачий покус это так типичный, ничего особенного. Там не было травмы кожи. Там был пожеванный такой животик. Вы считаете, но что это покусали было... волки? Нет, нет. Я рассказываю о том, как это было. Вот. И когда мы поняли, что там в животе какие-то неприятности существенные, мы вскрыли живот. И такое ощущение было, что кишки были просто пожеваны. То есть снаружи дырок нету, а кишки синие. Пришлось там кусок кишечника удалять.